На первый взгляд, это обычная фотография. Но если присмотреться внимательнее, над колодцем можно заметить странный объект. Владимир Пырнов, автор снимка, говорит, что сначала подумал, что это какой-то дефект кадра. Мы пытались разглядеть по-всякому, увеличивали, уменьшали, смотрели на нее по-всякому, но ничего не меняется. Данное существо явно зависло над колодцем. Мы начали искать что-то подобное, неопознанное. Вот. И как бы нашли подобные существа в интернете, на видео и с разных стран. История наблюдений таких объектов, получивших условное название Skyfish, началась в 1994 году, когда братья Хосе Эммануэль Эскамилла зарегистрировали неизвестные феномены, пытаясь запечатлеть НЛО в пустыне. Позже они были замечены в различных частях света. Существа могут развивать скорость до 300 км в час. Для сравнения, самая быстрая насекомая, стрекоза, летает со скоростью 40 км в час. До сих пор никому не удавалось поймать Skyfish, и некоторые скептики считают это оптической иллюзией. Фотограф Владимир Пырнов намерен продолжить наблюдать за мистическим явлением в Старом Архее.